Римма Александровна, а как вы искали свое счастье? Помните, может быть, тогда, четверть века назад, перешагнув порог льнокомбината, вы и были самым счастливым человеком? А теперь, когда вы встречаетесь с молодыми, только начинающими, вы счастливы. Может быть, счастье приходит тогда, когда ладится работа, когда за одну пятилетку успеваешь выполнить 2 пятилетних задания. А до конца года вам надо выработать еще 30 тысяч метров ткани. Вы обязались. Недавно герою социалистического труда, лауреату премии имени Ткачих Виноградова, Римме Александровне Гавриловой, присвоено звание почетного гражданина родного города Вязники.